Характеристика знаков зодиака. Весы. Рожденные с 24 сентября по 2 октября под влиянием Венеры нежны, доброжелательны, мечтательны. Рожденные с 3 по 13 октября под влиянием Сатурна благоразумны, живут без роскоши и честолюбия. Рожденные с 14 по 23 октября под влиянием Юпитера любят вкусно поесть, чувственны, способны к литературе, любят церемонии. Здоровье. Тон, цвет кожи. Вокруг глаз особенно говорят о самочувствии весов. Это зеркало здоровья. Ни один знак не имеет более низкой сопротивляемости к алкоголю. Ни один знак не должен пить меньше весов. Вредны кислоты, уксусы, цитрусы. Их надо употреблять умеренно. Заменить уксус маслом, цитрусы грушами, спелыми яблоками. Рекомендуется умеренное употребление соли или естественный солевой обмен. Уязвимое место почки. Нервная система весов не очень крепка. Органические расстройства могут вызвать ненависть, неприязнь к непосредственности, серости и мерзкому окружению дома или на работе. Кровообращение иногда плохое. Надо держать в тепле конечности. Энергия часто ниже нормы. Превентивные меры. Жить в умеренном ровном климате, в гармоничной атмосфере, вокруг должны быть цветы, особенно розы, и приятные для глаз объекты. Играть в теннис, кататься на коньках, массаж 1-2 раз в месяц, избегать химических препаратов. Темперамент и характер. Темпераментные колеблются в поисках баланса, верного момента, нужного слова и в пути. Ни один знак не имеет больше маниакально-депрессивных и негероических людей. Ни у какого знака нет лучшего чувства времени. Весы подчеркивают роль знания, любят накапливать факты, ценят информацию любого рода, утаивание информации считают преступлением. Как воздух, хотят циркулировать свободно, ненавидят темноту, презирают плохо освещенные комнаты, нуждаются в людях вокруг себя, знают, как их завоевать. Шармом, лаской, лестью, спонтанным гостеприимством, щедростью, великодушием, охотно оказываемыми услугами, пониманием точки зрения других людей. И мужчины, и женщины пытаются всю жизнь обольщать, ожидая в ответ похвалы, привязанности, поощрения, восхищения, одобрения, не могут жить, не чувствуя себя популярными, любимыми всеми, включая удачу. Чувствуют себя обманутыми, если считают, что их не любят. Зависимость от окружающего мира мешает их оригинальности. Они лучше работают над чужими идеями, улучшая их, полны богатых намерений, доброй воли, мало силы воли. Тенденция избегать ответственности. Они будут лучше спать, чем бороться. Никому и ничему не могут сказать «нет». При выборе между соблазнами и искушениями колеблется воля. Это может вести к безразличию, компромиссам, недостатку обязательности, иногда к некоторой трудности. В итоге – комплексу вины. Весы – знак меры и умеренности. Они не проще измерять, но не хотят быть посредственностью. Их история – множество точек зрения. Они лучше утратят идею, но спасут жизнь. Ненавидят сезон охоты. Весам надо учиться пользоваться чувствами для принятия решения и преодоления сверхпассивности. Женщины-весы создают самые лучшие модели одежды. Они – вершина элегантности. Они осторожны, так как любят ублажать, производить хорошее впечатление, обращать внимание на покрой своей одежды, но не всегда уверены в цвете, предпочитают серые, голубые, бледно-зеленые тона и все пастельные, а также все нерезкие духи. Мужчины очень озабочены модой, иногда в снобистском духе, бывает иногда же на подобной в одежде. Профессии. В юности балансируют между несколькими возможностями, им нужна помощь. Им надо сделать несколько предложений и не торопить. Давить нельзя, лучше сделать несколько попыток, чем толкать на что-то. Тратя много времени и энергии, они легко устают. Хороши в работе с другими, отличное чувство коллективизма. Легко и непринужденно отдают приказания, при первом препятствии могут уйти в сторону и отступить. Если они в работе, то делают ее хорошо. Лучше всего у них получаются завершающие мазки. Ценно их сверхъестественное чувство времени и нужного момента. Оно не может превратить их в соглашателей. Есть опасность дилетантства. Лучшее применение – все, что связано с модой и развлечениями. Модельеры, декораторы, продавцы предметов искусства, антиквары, агенты по продаже книг, театральные агенты, юристы, судьи. Часто стесняются требовать им причитающиеся, собирать долги, не проверяют счетов и никогда не бывают рабами денег и собственности, но умеют рассчитывать свой бюджет. Любовь. Весами управляют брак, более других знаков. Весы нуждаются в союзе с партнером, чтобы чувствовать себя совершенными. Весы – мост между девой, которая руководит разумом, и скорпионом, руководимым желаниями. Мост – висячий и колеблющийся. Обозначает также конец человеческого рода, что значит ограниченная энергия, короткое дыхание, недостаток физических сил. Отсюда вытекает и то, что старость у весов не является сильным пунктом. Они могут испытывать ее уколы, правда, слишком смягченные. Они не влюбляются с первого взгляда, не порабощены чувствами. Для весов Венера обозначает дополнительную любовь. Завершая индивидуальный и социальный портрет весов, необходимо отметить, что основной чертой является умение ладить с людьми, нравиться в обществе. Весы сентиментальны, они не могут не быть нежными. Потребность в общественном одобрении может заставить их
предпочесть красивое лицо или выгодное положение внутренней глубине и совместимости. Могут вступать в брак лишь наполовину по сердцу. Весы покладисты и умеют найти общий язык с человеком. Их телу не хватает инстинктивного животного, поэтому оно должно поддерживаться сверхобильным, иногда порнографическим воображением. Они сделают почти все, что угодно, лишь бы не быть одинокими и иметь диалог. Женщины-весы нежны и обворожительны, могут адаптироваться с любым мужчиной, иногда даже до самоотречения мазохизма. Это идеальная помощница, находящая счастье в успехах мужа. Но они тоже отворачиваются и могут искать счастье на стороне, если не чувствуют себя любимыми, утешаются быстро. Мужчины-весы не изображают из себя завоевателя, а часто ожидают первого шага от женщины. Если женщина не делает первого шага, чувствует себя нежелательными и отвергнутыми, сдаются и ищут удачи где-то еще. Склонны обольщать каждого в любое время, если весы уверены, что их хотят, что является центром внимания избранника. Нет партнера более выражительного, великодушного и приспосабливающегося. В обратном случае весы становятся мрачными и холодными, на них легко влиять. Они рассчитывают на женщин в достижении успеха и цели. Мужчины и женщины иногда колеблются между двумя привязанностями, которые кажутся в равной степени необходимыми. Бывает, что всю жизнь пытается объединить, совместить их, сделать оба предмета любви друзьями. Чтобы сделать выбор, весам необходимо сначала научиться любить, принимать решения, опираться на чувства. Для весов больше всего подходят Овен, Лев, Водолей, Близнецы. Следует избегать Рака и Козерога.